такая страна, в которой изначально всегда очень было принято принимать решения на авось. То есть люди так, где-то слышал звон, да не знаю, где он. Такая широкая русская душа, мне рекомендовали и так далее. Вот. Сейчас идет новое молодое поколение, которое учится в университетах на Западе, которое имеет четкие технологии, знания. И мне кажется, что будущее современной России – это уже будущее технологичной, образованной, грамотной страны, которая сможет действительно принимать решения, основываясь на реальности, а не на мнении, на суждении и просто на авось. Я вижу такую тенденцию на примере молодых предпринимателей.